Глупый пацан высказал свое мнение. Титулованные красноярские спортсмены сняли ролик в поддержку Федора Емельяненко. Напомним, боец подвергался нападкам со стороны соратников Рамзана Кадырова после того, как раскритиковал детские бои без правил в Грозном. Транслировали поединки с участием сразу троих сыновей главы Чечни на федеральном телеканале «Матч-боец». На своей странице в Инстаграм Федор отметил, что мальчики младше 12 лет не могут участвовать в соревнованиях по ММА и возмутился тому, что, цитирую, «Восьмилетние малыши при попустительстве главы Чечни избивают друг друга на глазах у радостных взрослых», конец цитаты. В сторону именитого спортсмена тут же посыпались оскорбления. В красноярском ролике бойцы встают на сторону Емельяненко, но, несмотря на использование хэштегов «За Федора» и «Федор прав», уверяют, они за спорт, в котором нет места выяснениям отношений, а не за уважение. Не буду произносить. Это даже не по-человечески. Я бы переживала, если мой ребенок выходил и бился бы по тем правилам, по которым бьются взрослые. Люди, которым я умел уважение, да, раньше, в моих глазах немного упали, говоря такие слова в адрес такого великого человека. Мы поддерживаем позицию Федора Емельяненко полностью. Федор Владимирович, Красноярск за вас. Мы вас уважаем, ценим. Федор, ты прав. Федор прав. Федор, мы с тобой. Федор!